ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Донали. И сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какую же лошадь нам придется тренировать вместе с Анной, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраиваемся поудобнее или же седлаем своих коней и... поехали! Нам добавили некую очень интересную сюжеточку, связанную с Анной и тренировками с лошадками. Они находятся на ферме Стивен, вот тут вот на плацу. Именно здесь стоит вот Анна, лошадка, и там вот носится маленькая Конкорд и ждет нас, чтобы мы уже начали выполнять данное задание. Обновление очень маленькое, по сути оно состоит только из данной цепочки квестов, поэтому мы сейчас ее пройдем вместе с вами. Чтобы пройти данное задание, нужно обладать статусом Старайдер и встретиться с Беатрикс у Форт Мария и начать завоевывать ее доверие. После этого нам откроется доступ к данному заданию. Так, ну что же, давайте же начнем сюжеточку. Дарья, какой приятный сюрприз. Узнай, чем она занимается в Серебряной Поляне. Сегодня такой день, когда на улице мне не по себе. После засилья розового в Пандорье буйство цветов вокруг немного ошарашивает. Но не все так плохо. Пока мне нельзя ездить на конкурс, у меня появилась возможность узнать много нового о верховой езде и тренировке разных лошадей. Марк из конюшни Юрвика попросил помочь с одной кобылкой, и я с радостью согласилась. Это Каен. Какая красивая. Она еще молоденькая, неопытная и пугливая. Каин и мухи не обидит, но стоит рядом упасть листочку, как она встает на дыбы. Ей нужно набраться опыта, поэтому я тренирую ее в самых разных местах. Правда, от конкурс помощи мало. Не сказать, чтобы ее компания шла Каин на пользу. В этом виноват Тинкан. В последнее время они с конкурс постоянно бесятся и пытаются друг друга напугать, поэтому у нее слишком озорное настроение. У тебя случаем не найдется немного свободного времени? Я хочу, чтобы Каин привыкла к другим людям и лошадям. К тому же я буду рада с тобой пообщаться. Ого, необычно это слушать от Анны. Я счастлива снова оказаться в седле, пусть и не совсем в своем. И не на своей лошади. Я начала готовиться к сегодняшней поездке, и тут вдруг поняла, что забыла комплект для ухода в конюшне. Вчера я оставила Каин в загоне одну, но она почти сразу же оттуда выбежала. Я побуду с ней, а ты съезди за моим комплектом, ладно? Он должен быть где-то в сарае Стива, в красном ведре. Так, ну что ж, поедем найдем комплект. А пока я еду, давайте расскажу, что ждет нас на следующей неделе. Благодаря новому конечному автомату будем мы ездить на лошадках совершенно по-новому. Я не знаю, как это правильно читать, это именно новости с сайта. В общем, в следующем обновлении у нас должна как-то измениться анимация верховой езды. Это очень пугает и при этом очень как-то завораживает. Что же они там все-таки сделали? Говорят, переходы теперь между аллюрами будут очень-очень плавными. Ну что ж, дождемся следующей недели и посмотрим, что же нам приготовили разработчики. А тем временем мы уже подъехали к Анне. Да, это он. Спасибо. Каин нужно научить спокойно относиться к прикосновению других людей. Поможешь ее расчесать? Давай расчешем. Так, чтобы мне не мешали, я пока что скрою всех других игроков, чтобы насладиться все-таки хоть какой-то сюжетной частью, но не совсем с основной сюжетной линии. Так, как тебе нажать? Умница, Каин. А я? Давай вместе почистим копыта, Каин. Ты займись передним, а я справлюсь с остальными. Почисти копыта. Ну, давай. А можно мне тоже такой новомодный крючок, а то у меня какой-то старенький, красненький. А, ну в принципе я мечищу, ладно, тогда ладно. Но все равно хочется, чтобы было видно.
Знаешь, она видела себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе, когда я только взялась за нее. Твое присутствие действует на нее успокаивающе. Так, я должна сидеть вверху. У нас будет занятие по выездке. Кажется, Флайлайт куда спокойнее, чем Конкорд в ее нынешней форме. Прокатимся? Да. Каин еще совсем неопытный и равняется на других лошадей. Если ты поедешь передо мной, это поможет задать ей правильный темп и укажет нужное направление. Есть вероятность, что в качестве аварийного тормоза я въеду прямиком в твою лошадь, но если ты не будешь сильно разгоняться, проблем не будет. На Конкорд внимания не обращай, ничто не заставит ее прерывать свои игры. О, да-да-да-да-да-да-да! Этого я и хотела. А, действительно? Едут за нами прям? А! Так. А, шажочком надо было? Давай, догони. Я думала, можно было бы рассить. Так, ну я проеду чуть-чуть вперед. Ладно, это немножечко... Да. Она шагает быстрее, чем я. У меня лошадь 15 уровня с подковами. Вы что? Как мне шагать, если... А хотя да, мне как раз на днях сказали, что обычно за строем следит не тренер, а тот, кто едет впереди, он же притормаживает и ждет остальных. Но мне так сказали. Видимо, сегодня именно так я и буду себя вести. Я буду ехать то быстрее, то помедленнее. Главное, не особо сбиваться с маршрута и темпа. Ты шагаешь быстрее меня, догоняй, пожалуйста. У тебя Каин шустрее моего Лайта. Вы все-таки, конечно, бельгийцы красивые лошадки. Я не говорю, что они самые лучшие в ССО, но для меня сейчас, вот для выездки, мой лайтушка, бельгиец, просто вот мечта-мечта. Пасофина все-таки для меня слишком выездковые, у них слишком... Слишком аллюры такие, показательные какие-то. Я не знаю, как еще сказать. А вот бельгиец, он такой вот, такой, попроще. Молодец, Каин. Похоже, твоя лошадка ей очень понравилась. Это конь. Ладно, теперь можно увеличить скорость, начиная, когда будешь готова. А на чем можно ехать? Да что такое? Анна, ты же сказала, можно побыстрее. Давай рысью. Во, ой, наконец-то. Теперь главное, чтобы она в меня не... И ты как в меня не въезжай, пожалуйста. Куда ж ты так прёшь-то? Вот это единственное, что мне всегда не нравилось в NPC. А у них скорость намного больше твоей. Поэтому, когда тебе говорят следить за каким-нибудь... NPC, то вечно приходится его догонять, потому что даже если ты рысишь, и он рысит, то его, простите, его рысь намного быстрее твоей. Каин, Каин, иди сюда, Каин, давай, 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 давай. То догоняет, то не догоняет. Как с вами жить вообще? Как с вами справляться-то? Это сложно, у меня уже рука устала вечно камеру на них выруливать. Так, ага, теперь ты шагаешь. Наверное, у меня с ними максимум это две лошади. После этого у них уже начинается нехватка расстояния. О, еще один вольт. Куда ты так прёшь-то? Так, давай. Едем. Едем. Да вы рысите быстрее меня. Нечестно. Ура! Мы вы... Ой, эти Конкорд там вовсе, но... Ничего себе, она там какая разыгралась.
Прогресс налицо. Спасибо, Дарья. На сегодня хватит. Путь закончен. Может и странно заканчивать тренировку, когда она так хорошо продвигается, но юных лошадок нельзя перегружать. Давай посидим и устроим традиционный юрминский перекус. Можно доехать до пастбища и отпустить лошадок немного погулять. Я сразу за тобой. Отправься на пастбище рядом с фермой Стива. NPC поедет за мной? Ух ты! Какая честь, но все равно она быстрее меня, она меня догоняет. А, не, вот сейчас нормально. О, вот это классно, классно, классно. Такая, в какой-то кивике не я за кем-то, а кто-то за мной. Это очень приятно. Это же что такое? Конкорд еще такая маленькая носится. Так, до какого из пастбищ? А, вон блесточки вижу. Красивая у нее лошадка. По-моему, такая же в приложении продается, нет? А, или там другая была? Мы на месте. Подожди, я запущу лошадей. Я всегда беру в поездке побольше еды и питья. Что ты будешь, какао или газировку? Если хочешь, Флайлайт может погулять на пастбище вместе с Каин и Конкорд. Возвращайся, когда закончишь дела. Ну, я... Коня, наверное, пока тут оставлю. Так, а теперь традиционный перекус. Так здорово снова ехать верхом, но я скучаю по седлу для выездки. Для седла Каин у меня длинноваты ноги. Спасибо за компанию, Дарья. Я знаю, что после возвращения была немного отчужденной. Подожди немного, и мы будем не разлей вода. Кстати, у меня есть вопрос. Как ты думаешь, каково твое предназначение на Юрвике? Вот это неожиданный вопрос. Так, добиться успеха в конном спорте нет. Спасти остров от сил зла нет. Завести как можно больше друзей. Предназначение, да я тут на... Предназначение, да я тут на отдыхе. Да я, ну... Ну, спасти... Ну, учитывая обстоятельства, спасти остров от сил зла. Ты знаешь, что ты настоящий пример для подражания? Рискнула всем и отправилась спасать меня в Пандорию? Это достойно восхищения. После Пандории пришлось заново привыкать к обычной жизни. Сложнее всего было ловить на себе взгляды. Одно дело работать моделью, позировать перед камерой, но когда на тебя смотрят как на какую-то чудачку, это совсем другое. Кстати, справиться с этим мне помог мой друг Дерек. Раньше я никогда не улыбалась на фотографиях, но на последних съемках рот сам собой расплывается в улыбке. Я не знаю почему, но мой образ на этих фотографиях мне нравится. Знаешь, все эти события меня изменили. Я первая готова признать, что была не слишком дружелюбной, но помощь духовным наездницам и спасение Юрвика смягчили меня. Элизабет как-то сказала, что солнце может греть, а может обжигать. И я должна выбрать, каким солнцем хочу быть. Знаешь, Дарья, сегодня ты помогла мне принять решение. Я больше не хочу обжигать. Я хочу лишь дарить тепло. Какие классные фразы! Спасибо, что провела со мной время. Замечательный был день. Послушай. Я очень довольна прогрессом в обучении Каин. Все благодаря тебе. Раз уж мы нашли формулу успеха, может быть, повторим завтра? Приводи лошадь с мягким и покладистым нравом, и мы сможем отправиться на прогулку. Флайлайт великолепный кандидат. Буду ждать вас. Вот так... Ой, я мне вначале показал, что с моей лошади слезать. Вот такая вот мини-сюжеточка, мини-обновление, где нужно ждать до завтра. И, между прочим, вначале был глюк с этим заданием, да и не только, кстати, с этим, что некоторые задания «Подожди до завтра» не всегда сбрасывались. И мне даже на одном аккаунте пришлось использовать ночевку, чтобы хоть как-то это все исправить. Вот. Но сейчас вроде бы с этим все хорошо, так что можно спокойно ждать завтрашнего дня и проходить сюжетку дальше. Ну, а мы с вами обсудили все, что хотели, поговорили о том, какое обновление будет на следующей неделе. Очень интересно, что будет с анимацией наших лошадок в переходах на Алюры. Очень прям интересно.
прошли данную сюжеточку и ждем ее продолжения. Ну а на этом все, и я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео.